В этот раз у меня кончились деньги. Я не могу снять фильм о себе, о Чарухме. Это печально. Потому что я вообще рассчитывала на то, что мы станем знаменитыми. В стране солнца кризис и коварный хищник коронавирус. Знаменитыми мы можем стать благодаря Инстаграм и ТикТок. Я согласна, но деньги-то нужны. Дай денег. Конкуренция. А кто даст денег? Кто даст денег? У меня денег нет. Ячмир Теликбаков даст денег. Наш новый президент. Он защищает страну солнца. Только я к нему на переговоры не поеду, ладно? А то я знаю, как это обычно бывает. Вот познакомьтесь, это Женя, топ-модель. Она моя подруга, жена, сестра. В стране солнца. Смотрите на нее. В стране солнца феминизм. В стране солнца феминизм. У нас таких моментов не бывает.